Российский паспорт. Вот так вот делаем его. Ой, блядь. Так вот. Бля, меня Путин за это не ебнет. Бля. Хакимов Мехрон Мирзоалиевич, 28 сентября 1999 года рождения. Хочу принести свои искренние извинения всему российскому народу за содеянные свои ошибки, а именно в том, что около месяца назад мною был порван российский паспорт и выложен в социальную сеть TikTok. Было это сделано по просьбе человека, которому принадлежит паспорт. Паспорт уже был недействителен, и в целях того, чтобы никто не мог им воспользоваться, мной был по просьбе человека порван этот паспорт. И в связи, ввиду молодости, выложено в TikTok. Очень искренне извиняюсь перед тем российским народом, такого больше никогда не повторится.